Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы с вами поговорить про инструмент. Инструмент, он, скажем так, немало является одной из основных составляющих модализма, потому что все мы начинаем с простых ножниц, с простых пинцетов и заканчиваем уже более профессиональными инструментами. Сейчас хотел бы поговорить про набор инструментов от компании Menk. Данный инструмент был приобретен мной в интернет-магазине Масштаб. Ссылка будет находиться под видео. Приобретен он, потому что мне понравилась, честно скажу, вот эта его сумочка для хранения. Очень она уж удобная и красивая. Далее мы открываем, и что у нас в инструмент входит. Вообще, это базовый набор инструментов, и начиная увлекаться модализмом, я думаю, все придут к тому, что нужно иметь профессиональный инструмент. В этот набор входит у нас нож с дополнительными лезвиями. Хотел бы сказать, что пользовался до этого более бюджетными вариантами ножей, но после того, как попробовал данный нож, остался очень доволен. Удобно лежит в руке и срезает детали с ледников просто как, скажем так, как по маслу. Также в наборе идет такое большое количество лезвий, и они подходят от других, скажем так, разных фирм. Далее, следующее, это у нас в наборе идет надфиль. Надфиль тоже выполнен высочайшего качества. То есть вот идет, я им уже сколько работаю, ничего с ним не происходит. Надфиль, ну, правда, сделан отлично. И как базовый инструмент, да как вообще как основной инструмент одного хватает. Есть наборы там разные, но в принципе одного хватает. Далее. Чем я был очень удивлен в данном наборе, это пинцет. Пинцет вообще очень шикарного качества. До этого у меня были дешевые китайские аналоги, но после того, как я попробовал данный пинцет из данного набора, я остался очень сильно им доволен. Ну и завершающий, скажем так, инструмент данного набора — это кусачки. Кусачки здесь — это вообще отдельная тема. То есть мало того, что они срезают деталь под корешок, то есть если хорошо приложить, срезать, то даже никаких не останется так называемых пеньков. Вот. Потом второе, что они очень острые, то есть они срезаются, никаких усилий, как по маслу, через хоп, деталь снята с ледника. Вот. И послушав отзывы своих друзей, спасибо им, кстати, за это, я совершил наконец такую покупку и остался очень-очень доволен данным инструментом. Чего желаю и вам. Приобретайте, друзья, профессиональные инструменты от производителей хороших, качественных, и модализм будет только вам в удовольствие. На этом завершу данный обзор. Как я сказал еще раз, данный инструмент был приобретен мной в интернет-магазине Масштаб. Ссылка на магазин будет находиться под видео. Всем спасибо, пока!